Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Razr 40 Ultra. И сейчас я покажу вам, как заблокировать какой-либо номер на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение «Телефон». Далее нажимаем на три точки в правом верхнем углу и выбираем «Настройки». Далее здесь мы нажимаем «Заблокированные номера» и нажимаем «Добавить номер». Далее выбираем номер телефона, вписываем и нажимаем «Заблокировать». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.